24-летняя Анастасия Решетова воспитывает полугодовалого сына Ратмира от 36-летнего рэпера Тимати. Модель в восторге от того, какой хорошенький у них с музыкантом получился малыш. Инстадива с головой окунулась в материнство. С появлением наследника личный блог Анастасии в основном стал состоять из снимков Ратмира. Модель ласково называет сына булкой за его пухленькие щечки, ручки и ножки. Первая вице-мисс России 2014 признается, что не может налюбоваться на малыша. Решетова запечатлела малыша во время купания. Очаровательный Ратмир Тимурович проявлял интерес к процессу и строил маме умилительные рожицы. Мальчик унаследовал от отца карий цвет глаз и длинные темные ресницы, а от мамы – навыки позирования. «Мне кажется, что у меня скоро будет сахарный передоз», – сообщила Анастасия. Фолловеры поддержали ее, отметив, что на Ратмира невозможно смотреть без умиления. Мальчик покоряет своим выразительным взглядом и жизнерадостностью. «Боже, какой малыш! И правда, сладость невероятная, какой у вас смешной обаяшка, прелесть, сладуся, самый красивый малыш, эти глазки меня покорили. Внешность, огонь», — написали пользователи. Микроблог звезды также пополнился забавным видео. В коротком ролике Анастасия обнимается с Ратмиром, лежа на кровати, и целует его. Довольный малыш разводит руками и наслаждается временем с мамой. Модель показала, как развлекает полугодовалого сына на карантине. Решетова рассказала о пользе кормления грудью. Анастасия запечатлела Тимати, который играл с Ратмиром.